Воскресенье, забыл. Те, кто постеснялся прогноза, зря не приехали. Катаемся на 12-14 пароходах. 17 пехот идут. Так что погода минус 2. Красавчик день. Поле, подольские поля чистые. 8 тайцев. И то 3 в небе, я вижу. Остальные все расположены. Катенька, нальешь мне чаю? Прямо мне? Теперь давай. Такую погоду. Итак, еще раз хочу сказать, что те, кто еще не выбрался на поле, очень многое пропустили. Ой, спасибо большое.